В Чувашии с 1 марта отменили беззаявительную выдачу пособий на детей до 3 лет в малообеспеченных семьях. Ранее процедуру упростили из-за пандемии. Долгое время начисления продлевались автоматически. Если же период, на который была назначена льгота, истекает после 1 марта, то сейчас уже нужно будет для продления ее обратиться в отдел социальной защиты населения, либо в многофункциональные центры. Что касается регистрации малоимущих, то напомню, что регистрация происходит у нас на период 6 месяцев, и, соответственно, если период регистрации заканчивался в диапазоне до 1 марта, то автоматическое продление регистрации происходило еще на следующий период, то есть на следующие 6 месяцев. Если же срок регистрации истекает после 1 марта, соответственно, нужно будет обратиться с заявлением о продлении с предоставлением необходимых документов.